говоря, если вам понравился матч и его результат, то ставьте лайк под этим видео. Но есть одно но. Поднимите руки те, кто смотрел видеотрансляцию, обратили внимание на новшество. В самом начале трансляции мы узнаем о том, какая клевая используется камера. Информация на табло никогда в истории интернет-трансляции не была столь доступной. Ну и, конечно же, главный апгрейд — это... И вообще, как понимать, что происходит на площадке, если обе команды иногда вдруг начинают атаковать в одну сторону? Или это новое правило какое-то? Нам кажется, что это выглядит как-то так. Короче говоря, друзья, давайте серьезнее относиться к организации интернет-трансляций. Ну а если по каким-то причинам вы не справляетесь, то зовите меня. Помогу!